Вода в Оби медленно, но настойчиво прибывает, приближаясь к критической отметке. В районном отделе ГУЧС и безопасности населения отметили, что по состоянию на утро 17 мая в Колпашевском районе имеются 7 переливов дорог, 6 в Усть-Чае и 1 в Тискино. В трех населенных пунктах – Тискино, Иванкино и Рейд – подтоплены 7 огородов. Специалисты прогнозируют дальнейший подъем уровня воды в Оби и нарастание численности подтопленных приусадебных участков и дорог. Как было отмечено, к жилым домам вода не должна подступить. Все случаи, связанные с подтоплениями, находятся на постоянном контроле у специалистов. Угрозы жизни и здоровью граждан переливы и подтопления не представляют.